Добрый день. Продолжаем репортажи с Дворца спорта «Янтарь», где только что началась очередная игра четвертого игрового тура команд дивизиона А, формат 1+4. На поле футболисты команды «Связнова» и «Мосэнергосбыта». Для каждой из команд это вторая игра. Только что мы были свидетелями, ну, наверное, сенсации, если не чемпионата, то тура. «Мосэнергосбыт», сыграв половину первого тайма в меньшинстве, а затем без замен, со счетом 4-1 обыграл лидера, команду «Спецсвязь». И, на мой взгляд, поставил крест на ее возможности оформить чемпионство уже в этом туре. Для «Связнова», который тоже играет сегодня у нас без замен, первый матч тоже был с командой «Спецсвязи», но завершился он с диаметрально противоположным счетом. 0-3. Итак, началась игра. Сыграна всего минута в первом тайме. Я думаю, что поскольку обе команды без замен играют, вряд ли нам стоит ожидать высокого темпа. И достаточно существенное значение будет иметь, у кого из команд останется больше сил на финиш. Тем более у энергетиков это вторая игра подряд. Да, действительно, «Мосэнергосбыт» очень здорово провел предыдущую встречу. Не уставали мы хвалить их за их выступление против «Спецсвязи». И сейчас на таком моральном подъеме они находятся, что должны опять выигрывать и при этом забивать достаточное количество мячей. Тем более вот сейчас чуть не вывели они нападающего на хорошую ударную позицию. Сейчас познакомим мы вас с составами. Итак, за команду «Связной» играют сегодня голкипер Дмитрий Смотров, полевые игроки 11-й Дмитрий Лазаренко, 5-й Евгений Артюхов, 7-й Денис Лопатин и 10-й номер Дмитрий Альшин. За «Мосэнергосбыт» выступают голкипер Фомин, полевые 4-й Андрей Крошкин, 20-й Александр Косолапов, 9-й Евгений Кокурин и номер 6-й Павел Милошенко. «Связной» с мячом, Лазаренко сейчас пошел вперед, сделал передачу. И снова мяч ему возвращается. Вот в такую затяжную атаку перешла игра. Но это вполне комфортно для «Мосэнергосбыта». «Спецсвязь» тоже очень много атаковала, много била. Но все вот эти вот атаки рассыпались об оборонительные порядки энергетиков. «Связной» 2 в 3. Удар по воротам. Здесь справился вратарь на добивании. Снова футболист «Связного» был дважды голкипер. Порадовал своих товарищей. «Мосэнергосбыт» торопиться не будет. Нет, все-таки ударили по воротам. Смотров справился. Неприятный был удар с носка. Удар в защитника. «Связной» достаточно долго переходит на чужую половину поля. Очень мало движений и очень мало, самое главное, игроков, которые поддерживают эти самые атаки. Совсем ненужная потеря. Дальний удар. Вратарь все видел, но на всякий случай в сторону мяча все-таки бросился. «Мосэнергосбыт» еще один удар, но здесь защитника прилетел мяч. Один, один, с тобой, один. Ему же отдай. И двинься, Паш, двинься в другой угол. С ударом. Один, поедет, поедет. «Связной» сегодня очки уже потерял, как я говорил, в первых матчах сегодняшнего дня. Неудачно выступил «Связной» против «Сбербанка Россия». Потом от «Спецсвязи» потерпел поражение. В общем, по потерянным очкам сегодня «Связной» может поставить рекорд. Контратака «Мосэнергосбытовцев» 3 в 3.
Четвертые игроки вяло возвращаются назад. Здорово! Какой пас-то прошел! Великолепный! Вратарь на паркет уложен, но вот здесь с передачей назад последовала потеря. Связной. Надо атаковать. Самое главное, поворотом бить. Если не ошибаюсь, у них-то ударов еще в створ было немного. Ну, нарушение правил здесь. Очевидно. Желтую карточку получает один из игроков. Для Связного очень неприятная желтая карточка, потому что сегодня им предстоит много играть в обороне. Вторая желтая будет означать, что Связной останется в меньшинстве не только на 2 минуты, но и на весь матч. Обстоятельно Мусэнергосбыт готовится к выполнению стандарта. Последовал прямой удар поворотом, казалось бы, простой для вратаря. Но рано или поздно должна была возникнуть ситуация, когда не справился бы голкипер. И вот она возникла в самый неподходящий момент. 3 минуты и 20 секунд остается до свистка на перерыв. У Мосэнергосбыта преимущество в счете. Лазаренко с мячом. Глаза у него выражали какое-то ощущение безысходности, по-моему. Дальний удар поворотом. И вот здесь... кажется, что дернул себе мышцу Лазаренко. Сейчас выйдет. У нас медицинская бригада на поле. Ну, если сейчас Связной еще и в меньшинстве окажется, это вообще будет катастрофа. Тем более, что в меньшинстве команду может оставить капитан. Капитан, капитан, подтянитесь. Только смелым покоряется Мосэнергосбыт. И то сегодня не всем сказалось, сколько смелости было у спецсвязи. И все равно не сдались наши желто-синие герои. Ну, такая вынужденная остановка, которая отчасти пойдет на пользу Связному. Вот Лазаренко вернулся на площадку, но все равно передвигается очень некомфортно. Ну да, очевидно, что повреждение у него. И вот насколько же плохо, что ни одной замены нет у Связного. Сейчас можно усугубить травму. Конечно, подходит к концу сезон, будет там перерыв. К следующему туру, может быть, подтянутся новые игроки, но все равно вот это вот очень обидно, что такая несобранная составом влияет не только на плохие результаты, но еще и на повреждения футболистов. Просто действительно обидно становится. Очень тяжело Лазаренко передвигаться по площадке. Понятно, что он уже скорость никакую не покажет, и удары будут тяжелыми, если будет он пробовать их наносить. Но вот постоянно за ногу держится. Полторы минуты до перерыва. Мосэнергосбыт продолжает мяч по площадке катать. Комфортная очень для них игра. Сейчас любопытно посмотреть, будут ли впереди матчи у Мосэнергосбыта, потому что находятся они в форме, ну, просто замечательной. Да, у Мосэнергосбыта еще сегодня будет поединок против спец... Прошу прощения. Да, против Комуса, конечно. Ну вот тоже возникает вопрос, каким составом сегодня приедет Комус, потому что они тоже славятся своей несобранностью составом. В прошлый раз я помню, что там какое-то фантастическое количество перестановок было на поле.
ввиду этого Комус сыграл не так хорошо, как мы привыкли это видеть. Ну, такая малособытийная игра, по-моему, получается, Андрей, что скажешь? Ну, сейчас посмотрим за этим. Вот, да. Но вот как раз на последней минуте, как говорится, событие, после которого счет становится 2-0. А насчет событийности, то, о чем я сказал в самом начале. Команды без замен. Для одной из них вторая игра подряд, хоть и замечательное, конечно, настроение, но физические затраты никто так за перерыв за 5 минут и стакан чая не восстановит. Поэтому абсолютно естественно, что не очень высокий темп. Где-то, так сказать, старается индивидуально пробиться. Народ крупными силами не идут в атаку. Тем более вот с этой травмой, которая сейчас у Связного. Посмотрим последние секунды. Может, даже действительно вариант, что Лазаренко во втором тайме встанет на ворота, если вообще не уйдет с поля. Ну, здесь ему решать, исходя из положения. Как говорил один киногерой, все-таки здоровье прежде всего. Продолжается сражение Мосэнергосбыта и Связного. Мосэнергосбыт ведет со счетом 2-0. Лазаренко, кстати, остался на площадке. Он вроде бы пободрее стал ходить, но, конечно, опасность, серьезные травмы все равно висит. Судья, который проходил мимо меня, когда я назвал матч сражением, так улыбнулся, говоря о том, что ну как-то на сражение это не совсем похоже. Мосэнергосбыт ведет достаточно уверенно. В целом на площадке доминирует. Но, тем не менее, отставание в 2 мяча за следующие 9 минут можно сократить и нейтрализовать все-таки достаточно быстро. Поэтому еще ничто не решено, не закончено. И матч будет идти столько, сколько он должен идти. Вряд ли мы можем рассчитывать на то, что Мосэнергосбыт устроит Связному такой же разгром, какой устроила спецсвязи. По крайней мере, потому что вряд ли здесь будет возможность для такого количества контратак. А в атаках таких затяжных, вот сейчас хорошо вывели нападающего на удар головой Мосэнергосбытовца. И угловой будет подаваться. Исполнили достаточно незатейливо. Но самое главное, наверняка, и мяч у себя сохранили. Долго Мосэнергосбыт катает мяч. Тут чуть ли не через вратаря назад играют. Главное к своим воротам не прижиматься, а то такие перекаты мяча станут чреваты. К чужим воротам надо побыстрее подходить. Альшин пытается Связной взорваться. Да, Лазаренко очень осторожно сейчас играет. Выстрел прям с центра поля. Все спокойно для вратаря. Да, не сумел нападающий замкнуть эту прострельную передачу. Опять великолепный пас в район 6-метровой отметки. Альшин. Ну, здесь можно дриблинг показать. Все равно больше ничего не остается. Уже и вратарь у Связного выходит в район центральной отметки. И сейчас могут наказать футболиста Мосэнергосбыта Связной за такую расслабленность. И наказывают. 3-0. Играю в стиле известного ролика. Мосэнергосбыт полностью ломает Связной. Ну так вот проблемы с составом сказываются на команде. Да, футбол, к сожалению, для Связного это не шахматы. Здесь нельзя положить на стол короля, и игра закончится. Лазаренко.
с одной рабочей ногой очень тяжело играть. 6 минут остается. И складывается такое впечатление, что действительно игра для команд уже закончена. Ну, можно ли здесь рассчитывать на большое количество событий, Андрей, как думаешь? Ну, я думаю, если будут какие-то события, то такого взрывного характера, кто-то убежит, кто-то пробьет. Потому что, объективно говоря, Мосэнергосбыт, ну, не бросился добивать, ну, уже практически лежащего соперника. Ой, какой момент, вратарь пошел даже в штрафную площадку и сейчас... Переиграл своего визави, пробил головой по воротам, сейчас вернулся назад. Так вот, я хотел... Вот контрвыпад Мосэнергосбыта. 2-1. Не спеша раскатали мяч и попытка ударить по воротам мимо ворот. Так вот, Мосэнергосбыт не бросился добивать соперника, возможно, так сказать, по двум причинам. Во-первых, команда все-таки держит в уме, что у них еще третий матч. Дополнительный расход силы совершенно не нужен. 3-0 – это тот счет, который, ну, объективно отыграть практически нереально в 3,5 полевых игрока. А во-вторых, я думаю, энергетики понимают положение соперника. И в какой-то степени здесь проявляют благородство. Ну вот, здесь дали возможность забить спокойно, переправили мяч в сетку. Ну а связной даже, можно честно сказать, он не то что доигрывает, они, ребята, доходят игру, но не сложился день. 3 крупных поражения от Сбербанка, спецсвязи, Мосэнергосбыта. И, в общем, действительно, на последний тур команда уже будет выходить, как говорили во времена еще СССР, можно заявлять, как это, дублирующий состав и проверять новичков. Вот сейчас еще один выход к воротам. Да, ну, пахнул нападающий мимо мяча. Так, на скидку показалось, что там было нарушение правил со стороны защитника Энергосбыта. Ну, удастся все. Вот сейчас, мне вот сейчас по эти минуты интересно одно. Сподобится все-таки связной хотя бы на один гол. Ну да, здесь на самом деле сложилась ситуация, как в том анекдоте, когда, ну, что ж такое, почему так получилось? Ну, не шмогла. Не шмогла, действительно. Команда связной. Навязать борьбу Мосэнергосбыту. Да, любопытно будет посмотреть на Мосэнергосбыт в следующем матче. Там мы тоже можем ожидать хорошей игры. Вот сейчас великолепный удар и не справился вратарь. Ну, действительно, удар был непростой, хоть и с острого угла, но в притирку. Со штангой, из-под защитника, с носка. Момент удара вратарь не увидел. 5-0. Наверное, один из самых крупных счетов во всем нашем сезоне. Вот даже сейчас посмотрю. Ну, больше было мячей забит только в поединке спецсвязи РФК. Тогда был счет 5-2. Того было 7 мячей. А, столько же, кстати, было забито в поединке РФК и Татнефть. Тогда РФК выиграл со счетом 4-3. Ну, это пока РФК обладатели рекорда. Здесь тоже может быть рекорд, но... Да, Андрей, как абсолютно справедливо ты заметил, Мосэнергосбыт очень по-джентльменски, что ли, относится к связному. Ну, я хочу сказать, что я тоже посмотрел результаты игр, и могу сказать, что самый крупный счет вот у нас был 6-0, и тоже с участием связного. Интеррау ЕС во втором туре добилась такой крупной победы. Ну, вот сейчас 2 минуты 5 секунд у игроков Мосэнергосбыта для того, чтобы повторить это достижение. Ну, я думаю, случаи у них для этого будут. Сейчас связной перешел центрболь. Ну да, удар издали, так, разминка для вратаря с учетом того, с какой дистанции наносился этот удар. Вот сейчас угловой, ну, объективно. У ребят из связного просто нет сил идти вперед, не то что после этого вернуться назад. Но до удара дело дойдет в этой атаке. Ну, дошло, от ноги защитника мяч ушел на угловой. Розыгрыш углового удара, пас партнеру.
Теперь аут. Ну, по крайней мере, вот 30-35 секунд мяч задерживается у футболистов в бело-оранжевых футболках. Еще один угловой. Ну, может, действительно попробовать вратаря подключить. У него удар неплохой. Да, действительно, вот я про себя так чувствую, настолько успокаивающая концовка, что даже нет желания в высоком темпе комментировать происходящее на поле. Атака, нет. Ну что, вратарь пошел вперед. 2-2 атака у Связного, но уже еще два защитника вернулись, пока один из партнеров у Связного подходил. Ну, видим, просто действительно команды докатывают мяч в эти последние секунды встречи. Футболисты Мосэнергосбыта, ну, в общем-то, совершенно не заботятся о том, что есть необходимость забивать еще. Вот только второй фол. Только второй фол сегодняшней встречи. Он у Связного в первом тайме было нарушение, желтая карточка. Вот сейчас нарушение правил в районе центра поля. Ну, не грубое. И энергетики, ну, просто докатывает мяч. 10 секунд, но по правилам, как говорится, обычно, по аналогии с баскетболом, все равно завершать нужно игру ударом-поворотом. Нет, до этого не дошло. Ну что же, поздравляем энергетиков. Вторая крупная победа, 6 очков. И я думаю, они значительно поправляют свои турнирные дела. Да, ждем дальнейших событий.